Чебоксары приняли эстафету Всероссийского гран-при по быстрым шахматам. В столицу республики приехали около 30 гроссмейстеров, в их числе представительница олимпийской женской сборной во главе с тренером Сергеем Рублевским. Всего в турнире примут участие около 200 спортсменов. Им предстоит разыграть призовой фонд в 650 тысяч рублей. В Чебоксарах пройдет пятый этап турнира «Рапид Гран-при» мемориал чемпиона РСФСР 1966 года Владимира Сергеевского. В соревнованиях принимают участие спортсмены 28 регионов страны. Впечатляет не только количество участников, но и уровень их мастерства. Я хочу сказать, что этот турнир, он пока что в этом году, в этом сезоне явно является рекордным по количеству гроссмейстеров, которые заявлены в этом турнире, причем сильных гроссмейстеров. Здесь много шахматистов, которые выступали на всех абсолютно площадках и аренах мира. Начало развитию шахмат в республике уже положено. Российская шахматная федерация реализует благотворительный проект «Шахматы в детские дома России». Ряд учреждений республики пожелали вступить в эту программу. Им были вручены сертификаты на поставку инвентаря и обучающей литературы. Чувашия стала 69-м по счету регионом, который присоединился к этой программе. Причем в нее вошли учреждения, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.